Здравствуйте, я рада видеть вас здесь, в Экотехнопарке на Экофесте 2018. Представьтесь, пожалуйста, и скажите, откуда вы к нам приехали? Здравствуйте, меня зовут Инара. Откуда я приехала? Приехала из Риги, но я считаю себя гражданином мира, так же, как вот наш транспорт будет. Транспорт мира. Отлично. А скажите, как долго вы являетесь инвестором Skyway и почему вы решили прийти в проект, почему вы решили инвестировать? Я в проекте уже начиная с конца 2013 года, и тем не менее, все-таки я здесь первый раз прибыла сегодня. Так получилось по разным обстоятельствам. Почему я пришла? Это очень такая интересная история, что среди очень многих проектов, которые предлагались, мне совершенно незнакомый человек дал сайт, он задал вопрос: вы знаете о Skyway? Я сказала: нет. И она просто дала мне сайт. Я посмотрела, и тогда я посмотрела вот как первый материал именно вот этот документальный фильм 89 года «В небо на колесе». И он, я поняла, что вот человек, который руководит этим проектом, действительно думает о том, как улучшить этот мир. И это было самое такое важное, почему я вошла в этот проект и почему я никогда ни на минуту не сомневалась в нем. Это очень приятно, это очень здорово. И не могли бы вы поделиться своими впечатлениями от сегодняшнего дня? То есть вы уже, наверное, успели много увидеть, много услышать, и просто вот буквально пару слов, что вам понравилось, что вас впечатлило больше всего? Впечатление просто это фантастика, но фантастика именно зная то, с чего это началось, что это было просто пустое поле, и за это короткое время сделать, может быть, не самое главное, это то, что мы видим, не так много, но это работа, которая делается, чтобы это все, этот результат получить. Это работа, которую мы в основном не видим, даже это, я прошла в бизнесе огонь и воду, и я знаю, что такое это сделать с нуля, и это действительно фантастика. Спасибо вам всем, всем, начиная с Анатолия Эдуардовича и кончая, всем, которые работают здесь, чудесная компания. Команда этой, и это можно сделать только действительно, если есть цель, если есть непоколебимая вера во то, что мы делаем, и если проект приносит пользу людям. Спасибо вам большое за интервью, я надеюсь, что вы будете дальше наслаждаться этим днем. Спасибо большое.